29 августа запланировано торжественное открытие моста Саратов-Энгельс. В сценарии праздника концерт, фейерверк, залп ракеты и водный фонтан. Первый по мосту проедет колонна байкеров, после чего будет дано разрешение на открытие движения транспорта. Правда, пока легкового, вопрос с грузовым решается. Напомню, мост ремонтировали 4,5 месяца и сдали даже раньше изначально запланированного срока. Праздник, по сообщениям СМИ, обойдется в 200 тысяч рублей. Губернатором была поставлена задача сократить срок ремонта моста, при этом, чтобы это никак не отразилось на качестве ремонта, была проделана определенная работа по привлечению мощностей дополнительных. Поэтому на 29 число на 9 часов намечено открытие движения по мосту.